Всем привет, Серега не хочет на канал, но нам надо его запилить, он говорит без меня. Сейчас мы с Серегой будем жарить шашлычок. Угли мы уже растопили, заехали в глобус, взяли шашлык, килограмм. Что у нас тут еще? Эти, говорит, лаваш, квас. Соус. Серега, повар у нас сегодня. Перчики. Может, бахнем, Серега? Серега вымешал салатик. Шашлычок у нас готов. У меня тут сидр. И сейчас мы будем лавашек чуть-чуть поджарим. Блин, на улице вообще красота. Погода охрененная. Тепло, кайф, комаров нет, ничего нет, супер. Давай, Илюха, помогай. Едем на рыбалку, сейчас заехали к дядь Коле. Вон у нас дядь Коля стоит, блин. УАЗик. Брава, блядь. Так, дядь Коля собирает у нас аппарат. Сейчас он покажет. Привет. Ребята, смотрите. А теперь внимание. Посмотрите. Ну, дядь Коля, расскажи что-нибудь. Ну вот, будет вот на 6 колес. Вот, здесь я 100 штук. Будет идти гусянка. Будет идти транспортерная лента. Это будет общая. 50 сантиметров с одной стороны, 50 сантиметров с другой. Гусеница. Вот будет такой вездеход. Поставлю дизель Ламборгини. Коробку классическую, раздатку. Вот классический мост. Вот все, что получилось. Будет амфибия. Будет такой единственный аппарат в городе Рязани. Посмотрите, блядь. Вот он катается. И это все сделано своими руками, блядь. Охренеть, блин. Вот так вот. Будет двухсупортовая система. Вот подсяжное. Одно колесо блокируется. Стоит 96, это как его назвать, диски. Одну сторону по другую. Ну, на каждой сторону будет свой главный цилиндр и рабочий цилиндр. Главный чага. Это будет примерно как танк. 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 Маленький вездеход. Смотрите, у тебя, Коль, там есть еще кучки, цыплятки. Маленькие. Все как траки делают по-другому. Внутрь это как называется десятку. Ага. И делают. А я вот хочу сделать. А я вот сделал вот такой. Вот так. Так как правильно. Настоящий, блядь. Крутяк. Очень круто. Ну что, Илю, готов ловить? А вон УАЗик. Дядь Коля. Вездеход. Поехали. Ладно, все, помчали, не прощаемся. Это закрой туда. Зачем? А, пускай поедет. Ну что, говорит, поедет. Вот, блядь, Сашка поймай, так я бы нахуй. Я поймаю. Айда, а вы что, костюм сегодня не взяли? Взял, вот. Второй взял? Да, а второй у меня. А ты взялся? А, что? А ты взял? Да. Все, поедем, Коль. Там проще бродить, нахуй. Проще, я устал, я реально, смотри, у меня руки мозоль, я себе приеду. Да ты вообще, ты себя тоже устал, пока к Польдогер пошел. Давай, ладно. Все. Давай, Колёнь, поедем. А, вот туда. Едем мы, ребята, на Волге. Просто на корабле, Илюха за рулем. Водитель. Можешь, да? Конечно, нормально. Пятерочку. Эй, это магнит. Слушай, давай обычно сам дешманское, чтобы это. Вот он дешманское. А вот 30. Я вообще снегири беру, бля, честно говоря. Да? Ну давай, что. Нормально. Снегири вот где-то с газами. Ну простая вода, но с газами. А, ну давай, давай. И вот простая без газа. Давай без газа тоже возьмем. Все, прикупили мы в магните там всякую хрень. Теперь прем на речку.
Доехали мы до точки. Смотрите. Как вы думаете, есть ли тут рыба? Дядь Борь сказал, что здесь очень много рыбы. Сань, приближай туда, вон. Илюха сейчас пойдет в путь. Подкрепился газиками. Будет, да, первопроходцем. Вот такая штукенс. Как она называется? Накрывалка. Накрывалка. Дядь Боря заходит. У Илюхи пока глухо, но ничего. Пойдемте к дядь Боре. Карп пошел. Показывай. О, красава! 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 Отлично! Ребята, пошла массовка. Есть, показывай! Иди сюда, Илюха! Во, еще! Красава! Ребята, ловля поперла. Вот такое болотце. Посмотрите, оно маленькое. И в нем рыба. Карпы. Карась, карась, ребята, карась. Карась. Карась попался. Пошли на перекур. Вот он, маленький, посмотрите. Опачки! Смотрите, ребята, за 20 минут дядь Боря поймал карпов. А, садок сейчас выскочу. Посадкаешь, вытащим. О! Вот наша рыба. Вот вам для сравнения с ладонь, чтобы было наглядно. О. Карпик, 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 еще один карп. А это у нас карасики, карасики маленькие. О, 20 минут, ребят, 20 минут. Да, это надо выпить, да. Свежачок, на жарку прям, блин, вообще класс. Итого, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 штук. Это после половодья у нас остается воздух, который высохнут. Да, дядь Боря, видите, говорит, после половодья, когда ока разливается. В поймах, в лощинах остается вода, а она сейчас высохнет. К концу года здесь ничего не будет тоже, трава вырастет. Ну так вот, поэтому сейчас ее надо выловить, чтобы рыбка не подохла. Так, Илюха, смотрите, у нас тоже поймал. Это результат. Это результат, Илюх. Карасиков, красава. Ты поймаешь же карп-то? Ты просто не делил? Конечно. Илюх, просто... Главное не сдаваться. Попал? Не знаю. Да, попал. Попал. Так, карп. О, все, пошли. Ты хорош. Вы че, бля, ребятки, карпа, на! Ооо, хорош! Еще там, по-моему. Еще один, бля, по-моему. Еще один, да. Ребята, смотрите. Карась, да. Карасик. Да хорош, куда я их эту? Ооо! Смотрите. Карп и карасик.
Пойдем, дядь Бой. Итак, дорогие друзья, смена поколения. Смена караула. На старт выходит Сергей. Зеленого сада. Банда зеленого сада. Что, не лезь? Маловат, Серега, да нормально. А? Чувствуется? Хорош, хорош, Серег. Давай, Серег. Только не упусти его. Так, ребятки, смотрите, что у нас поймал Серега. 4 или 5, 5, 6 карпов, блин. Почему 6? Раз, два, три, четыре. Это вот, карась. Вот карп. Карась. Кто это карп? Карп. Карась. Карп. Это карп. Это карась, блин. Карась, ладно, будет карась. Илюха половил. Давай, Илюха. Улов. Тебе опять сюда? Выгребай на травку. Что там у нас? Илюх, молодец. Карпик. Еще один карпик. О, смотрите, капец. Хорош. Еще один мощняцкий. Карасики маленькие. Еще карасик. Тоже карасик, да? Ну все, закончилась наша рыбалка. Грузимся. Все прикрутили. Все стартуем домой. Сейчас приедем, вывалим рыбку, сфоткаем. Так, ничего не забыли. Да не, вроде. Вот такой болотце здесь. В болоте рыбы ходят еще. Там рыбы еще полно. Сейчас пеликан прилетят. Все, стартуем. Ребята, сейчас мы вывалим 20-килограммовое ведро. Давай, давай, давай. Опа-на, вы посмотрите, блин. Посмотрите. Капец, карпы. Это просто жесть. Там рыбы немерено. Дядь Борь, молодец, блин. Сейчас Серега будет варить мне коптилку. Смотрите, два диска. Взял я фонарь. Сейчас мы подсветим казан, чтобы видно было. О, хорош, курочка, посмотрите. Курочка кипит, бурлит. Ну-ка, свет помешаю. Ой, вы посмотрите, какая красавица. Просто красота. Вот тут мы засолим ее на тараночку. А вот это у нас будет... Ну, это мы оставим на жарку, там в коптилочку карпов. А, вот такие красавцы. Прошло 20 минут, и мы туда закинули еще картошечку. Гляньте, лучок. Сейчас мы там все закрываем, пусть у нас жарится, парится. Итак, Сергей Николаевич, давайте, расскажите нам, что у нас тут получилось. Полная жопа. Серега выпилил дверку, приварил все. Получается просто огонь, смотрите, откидывается. Опачки. Илюха сидит, расслабляется. Наловил столько рыбы. Красавчик. Йоу. Сергей Николаевич, молодец. Посмотрите, какой шедевр он сделал. Он все приварил, обварил. Все, ребят. Крышка закрывается. Вот так вот. Из дисков автомобильных он сделал мне кострище под казан. Просто офигенный. Вот они, руки. Если есть руки, ты умеешь варить, то круто. Вот у Илюхи есть руки, но он мешает салат. И облизывает пальцы. Другого мне не дано.
мазиком там, соль у него, сидр. Красавчик! Сидр не мой. Все при нем. А, сейчас я вам еще покажу. Тут у Сереги есть мопед. Короче. Просто мопед. Мопед, посмотрите, написано off-road. Просто по бездорожью на нем. Можно кажется. Так. У нас тут перепелки. Перепелки. Яйца несут, капец, как там просто скорострел такие. А еще, ребята, посмотрите, какую новость сейчас Сергей Николаевич нам сделал. Он подгоняет нам казан. Вы посмотрите, там специи, блин, половники. Охренеть, вот это подарок. Вот это подарок. Смотри, как прям четко сидит этот казан. Он прям просто нереал, круто. Серег, ну, здесь как бы огромное спасибо. Обязательно поставьте лайк Сереге. Сейчас он умоется. Там, наверное, просто не видно. Поэтому посмотрите, какая крутотень. Просто крутотень, ребята. Это капец. У меня нет слов. Это просто капец. Охренеть. В общем, приеду, буду пробовать. Капецки. Охренеть. Вот это казан, блин. Вот это казан. Ребята. Наикрутейший, блин. Просто наикрутейший, блин. Илья Борисович, расскажите нам, всем подписчикам, как вы сегодня ловили рыбу. Вам понравилось? Мне очень понравилось. Да, Илюха хотел поймать карпа. Он его поймал. Я вам сейчас, ну, там вставочки посмотрите. Все там есть в моем видео. Он молодец, просто бегал с этой накидухой. Накрывалка. Да, накрывалка называется. Не накидуха. Ребятки, всем доброе утро. Мы загрузились уже. Сейчас попрем. Че там, Полин? Ты проснулась, все, сейчас садик. Сейчас попьем кофейку, чайку и выезжаем. Время у нас без 15:07 утра, бля. Утро, утречко, утро хорошее. Класс. Курочки снесли яички, покажи, Полина. Ой, какие маленькие.